У эфире программа «Новин региона», у студии Кристина Кранкевич. Витаю вас и у гэтым выпуску. Сустрэча с представниками комиссии парламентского сходу Союза Беларуси и России по информационной политике у Могилеве. Тенгиз Думбадзе сустрэўся со студентами Белорусского державного университета харчовых и химичных технологий. Повага до истории и захования памяти. Навученцы Горского педагогического колледжа вышли на уборку мемориального комплекса советско-польской боевой содружности. Створение одной и безопасной информационной просторы помеж Белоруссию и Россией – вось головная тема посяджения комиссии парламентского сходу союзных держав. Удельники сустрэчы, якую организовали у Могилеве, поделились своими меркованиями и напрацовками у накірунку информационной надейности. На сходе несколько злободенных пытаний. Депутаты России и Беларуси разглядели деятельность союзных СМИ и обмерковали роль региональных сродков массовой информации. Могилевчане поделились опытом с коллегами. У сегодняшней ситуации ободва баки шукают эффективные сродки борьбы у информационной навали. Региональные СМИ всегда работали именно с актуальной повесткой, и информация всегда была выверена и достоверна. И этот авторитет они зарабатывали годами. Поэтому сегодня и читатели, и наши подписчики электронных СМИ, они, конечно, отдают предпочтение региональным СМИ, потому что доверяют им. Мы видим, какое давление идет и на нашу страну в информационном пространстве, как формируются против нас мнение, понимание многих людей в мире. И, конечно, мы должны здесь не просто обороняться, мы здесь должны идти в атаку. И вот в этой работе роль региональных и даже муниципальных средств массовой информации, она на самом деле очень велика. Сейчас мы как никто другой, как никогда, мы сейчас это понимаем, потому что доверие к тем средствам массовой информации, которые живут, работают, существуют с тобой рядом, в твоем доме, в соседнем, в твоем городе, в твоем селе, в твоей стране, в твоей области, оно, конечно, большое. На медийные просторы зараз идет соправдная война, и тому головное сегодня информационная безопека. Удельники сходу отзначили, что от СМИ шукают сконцентрованности. Треба разуметь, что для принятия правильного решения необходимо працовать у нескольких накерунках. Со светопоглядом, историчным разумением и громадским меркованием. Основа информационной безопеки у правдивой и оперативной працы. Такое меркование выказал старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Саченко на встрече с представниками комиссии парламентского сходу Союза Беларуси и России по информационной политике. На посяджении активно обмерковывали тему информационной безопеки. Уся наша работа зараз накирована на державу и на людей, зауважил керовник Могилевской области Анатолий Исаченко. И главное – быть последовательными и правдивыми. Необходимо активно выступать на информационные и медийные просторы и первыми казать правду, а не оправдываться. Надо выходить в интернет-пространство, надо заявляться об этом, говорить правду, говорить о наших достижениях. Говорить о том, что мы планируем сделать. Говорить о наших проблемах, говорить о наших недостатках, говорить о путях решения. Потому что ведь все фейки, которые выбрасываются, они же вообще не соответствуют действительности. Идет борьба не столько за территории, сколько за то, за общественное мнение. Как этот факт будет представлен в будущем человечества, если это человечество, человеческое будущее, вообще говоря, возможно. И крайне важно сегодня понимание того, что происходит каждому человеку. Старшиня Могилевского облвыканкома Анатолий Саченко так само принял удел у экспертно-медийном форуме «Союзная держава. Экономичная интеграция. Задачи развития». Видеосовесть з'єднала Москву, Минск и Могилев. По словам державного секретаря «Союзной державы» Дмитрия Мезенцева, зараз наступает новый этап экономичной интеграции помеж Белоруссией и Россией. Это время для наших возможностей, для нашего взаимодействия, для того, чтобы мы занимались импортозамещением не только в отдельности Российской Федерации или Республики Беларусь, а чтобы мы создавали совместные проекты по импортозамещению нашей страны. На онлайн-сустрече зауважили, помеж Беларусью и Россией затвержены и подрыхтованы 28 союзных программ, а это свечит про историчный этап нашего взаимодействия. Одной из кропок маршруту делегации на Могилевщине стал мемориальный комплекс «Буйницкое поле». Тут хвилиной молчания ушановали память оборонцев Могилева у самом початку Великой Отечественной войны.
Под гукі вершаў кветкі ляглі да каменя пісьменніку Канстанціну Сіманаву, які ўвекавечыў подзвіг абаронцаў айчыны ў публіцыстыцы і літаратуры. 2 красавіка – дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Народы нашых краін аб'ядноўвае пераплятёная каранямі культура, агульная гісторыя, цесныя эканамічныя і палітычныя сувязі. Мы з'яўляемся добрымі суседзямі. З нагоды свята ў Палацы культуры вобласці адбыўся святочны канцэрт. Перад жыхарамі Магілёўшчыны і гасцямі рэгіёна выступіў заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Аркестр народных інструментаў» імя Леаніда Іванова. Артисты Могилевской областной филармонии и народная артистка России Надея Крыгина. Конечно же, в каких-то моментах мы отличаемся, белорусы, от русских, но мне кажется, что все-таки мы один народ. Очень похожие, очень близкие, любящие, уважающие друг друга. Ну, есть, конечно, какие-то разделения, есть свои определенные нюансы, но, тем не менее, мы братья, родные, родные сестры, родные братья. А чем сегодня вообще вы приехали удивлять, да, наш могилевский народ? Ну, я не знаю. Песнями, наверное, своими я буду, ну, удивлять, не удивлять, это решит публика. Вот, я постараюсь. Телеверсию святочного концерта глядите на телеканале «Беларусь 4 Могилев» 2 красавіка у 21:15. Навучэнцы гарадскага педагагічнага каледжа гэтымі днямі выйшлі на уборку мемарыяльнага комплексу савецка-польскай баявой садружнасці. Мэта простая – прыбраць тэрыторыю пасля зімы. Але глыбінны сэнс куды больш – выхаванне ў маладых людзей павагі да гісторыі і захаванне памяці. Мемориальный комплекс советско-польской боевой содружности у агрогородку Ленина городского района «Историко-культурная каштовность Беларуси». 12 кастрычніка 1943 года першая польская пехотная дывізія імя Тадэуша Касцюшкі, якая была сфарміравана на тэрыторыі СССР з польскіх патрыётаў, уступіла ў бой з гітлераўскімі захопнікамі. Дзякуючы мужнасці і гераізму польскіх і савецкіх салдат удалося стварыць плацдарм для далейшага паспяховага наступлення савецкай арміі. У гэтай брацкай магіле пахаваны больш за 500 польскіх воінаў. До 2015 года поляки сами наглядали за помником. Зараз доглядают жыхары городского района и волонтеры «Щирого сердца». Каждый год мы благоустраиваем и наводим порядки на польском памятнике. Мы гордимся нашими героями и помним и храним память не только своего народа, но и также людей другой национальности. На уборку комплексу до Дня Перамоги волонтеры выйдуть еще несколько разов. Тем больше, что совмещают разом корыстное для громадства и познавальное для себя. Для меня это важное место, потому что сюда нужно приходить и помнить то, что это не просто так. Все сражались за мирное небо над головой. На фоне доброчинной акции волонтеров БРСМ разбурение помника солдатам Червоной армии у польском городе Гжовице выглядая по-варварску. Обелиск демонтовали у прямым эфиры и при президенте правления Института национальной памяти Кароле Науроцким. Это очень вопиющий факт. Этого я также не поддерживаю. Те исторические события, которые происходили, их нужно воспринимать как исторические события, как исторические факты. Именно так относиться к этому, так как человек, не знающий истории, у него не будет будущего. Вот и поэтому мы должны не переделывать, не чего-то добавлять в историю, а именно принимать исторические факты таковыми, какими они были. Розница у относинах до истории отчувальная. Каб заховать память, наведать городский музей советско-польской боевой содружности можно за уторка по неделю. Сергей Пеклин, Александр Тарасов, новини региона. Депутат Палаты представников Национального сходу Беларуси, вядомый телеведучий Тенгиз Думбадзе, сустрелся с могилевскими студентами. У Белорусском державном университете харчовых и химичных технологий размова шла про ситуацию в Украине. Тенгиз Думбадзе рассказал студентам, что за свою журналистскую деятельность он наведал 120 краин и, как военный корреспондент, был амаль во всех горячих кропках планеты, тому по-соправдному переконался. Самое каштовное – это мир. Если мы сегодня перестанем быть патриотами, завтра поколение, которое идет после нас, нам не простит этого. Сегодня это касается, поверьте, чуть ли не всего мира. Наша Беларусь не исключение. Мы за всех не беремся, но давайте в своем доме
сделаем так, чтобы никакой угрозы потерять нашу независимость не возникало. Такие встречи всегда пользуются популярностью среди студентов и в том числе среди преподавателей нашего университета. Человек, грамотный человек, побывавший во многих, в том числе горячих точках и видевший, в том числе, проблему Украины изнутри. После показа студентам фильма с Украины, который был снят 5 лет тому, Тенгиз Думбадзе подкреслил, самое главное сейчас – доверять только проверенной информации и берегчи мир на своей родине. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, новини региона. Очистка Гребянівського водосховища, так званого Святого озера в областном центре – одно из питаний, которые поступили под час подрыхтовки и проведения телепередачи «Губернатор онлайн» на телеканале «Беларусь-4 Могилев». Згодно с протоколом доручения у старшини облвыконкама Анатолия Сашенки, это питание на контроле городских уладов Могилева и Комитета природных ресурсов и охови новокульного осяроддя. Так, на черговой сессии Могилевского городского совета депутатов было принято решение об частковом переразмерковании плановых бюджетных сродков за объектов доброупорядкования на объект по доброупорядкованию территории с очисткой Гребянівського водосховища. У худким часе будет объявлена процедура державной закупки по выбору подрядной организации для выполнения проектных работ. Там, насколько я знаю, будет реализован целый комплекс мероприятий, призванных улучшить его экологическое состояние до организации купания. 5 красавіка стартує новий поток адукаційного проєкту «Школа експортера». Це безплатне навчання основам експортної діяльності для предпринимальників, організацій і підприємств. Ініціатор адукаційного проєкту – Комітет економіки Могилевського облвиконкама сумісно з Центром експорту в області. Апошній дійничає на базі Могилевського агентства регіонального розвиття. Ніяких обмежуванняў по сферах діяльності нема, означили організатори. Могуть навучатися усі. Головна мета – формування у теперішніх економічних умовах розуміння і ведаў по експортній діяльності. У ліку основних тем – махчимості онлайн-експорта, логістика для експортерів, маркетинг и митное регулирование, податки у экспортной деятельности. Программа различена как на опытных специалистов, так и на начинающих. Соправдная танцевальная карусель закружила у областным центре. Концертная зала Могилев собрала юных танцоров из всей Беларуси. Гэты хореографичный конкурс Могилев сустракая у першиню. Танцевальная карусель собрала 48 коллективов конкурсантов из Могилевской, Витебской и Минской областей. Организаторы конкурса уверены, махчимость показать себе на великой сцене допоможет выканавцам повышать свое мастерство. На суд жиры артисты представили народно-сценичный, народно-стилизованный, эстрадный, классичный и сучасный танец. Всегда отрадно видеть заряженных ребят на победу. Было очень много интересных номеров. Ребята все очень старались. Керовники постарались на славу. Например, танцевальный коллектив «Топ Дэнс Зорши» показал целых 8 номеров эстрадного и сучасного танца. Танец привезли красивый, хороший. А у вас такие яркие костюмы. Кем вы были на сцене? Какой образ? Ну, тогда мы чирлидеры, но без помпонов сейчас, а с ленточками. По выниках конкурсу танцоры у каждой номинации и взрослой категории отримали дипломы первой, другой и третьей ступени, а так само памятные подарунки. Константин Титамиров, Ксения Мартусевич, Юрий Ласцов, новини региона. И про надворье, поводле прогнозов синоптиков, на ближайшие дни астрономичная весна неде заблукала. Все, что чекает нас у ближайшие дни, не погодь с ветром и мокрым снегом. Так, красавик распочнется неутульно. У пятницу на большей части территории в области чекаются опадки в выгляде мокрого снегу. На особных участках дорог гололедица, ветер полночно-усходний с порывами до 15-18 метров за секунду. Дневные температуры до плюс 6 градусов у Могилеве и того. Меньше всего плюс 3. На выходных ветер потишее, але на агульную картину это не поуплывает. Прогнозуются опадки и невысокие температуры, как у ночи, так и у день. Актуальные новины в области на нашем сайте и у телеграм-канале «Беларусь-4 Могилев». Так само глядите нас у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи.